Делегация Чувашии вернулась с 17-го съезда партии «Единая Россия». Кроме принятия кадровых решений по обновлению внутренней структуры партии, единороссы наметили пути развития, а также ход проведения избирательной кампании по выборам президента страны. О ходе съезда в материале Родиона Архипова и Игоря Зверева. На 7 дискуссионных площадках съезда обсуждались актуальные вопросы развития страны. Среди них сохранение и повышение уровня благосостояния граждан и увеличение продолжительности жизни, решение вопросов здравоохранения и улучшение демографической ситуации. Одним из решений съезда стало поддержать выдвижение президента России Владимира Путина кандидатом на должность президента страны на выборах, назначенных на 18 марта 2018 года. В работе съезда приняли участие делегаты от Чувашии, глава республики Михаил Игнатьев, депутаты Государственной Думы Леонид Черкесов, Николай Малов и другие. Мы были свидетелями тех инициатив, которые были озвучены нашим президентом Владимиром Владимировичем. И я уверен, что вот те меры, которые начнут действовать со следующего года, они, безусловно, должны подстегнуть в демографическом плане все население нашей большой страны. Ну а то, что касается проблем здравоохранения, наверное, они не новые. Они у нас действительно, скажем так, обсуждаются уже не первый год, но определенные подвижки, если можно так выразиться, вот, на мой взгляд, безусловно, есть. Мы здесь заявляем о поддержке нашего кандидата Владимира Путина, и мы его поддерживаем и входим в инициативную группу по выдвижению нашего кандидата Владимира Владимировича Путина. Без него многое бы не получилось, и большие результаты, которые у нас есть сегодня, по любому из партийных проектов, по любому законопроекту, в том числе в Думе, это благодаря его усилиям. Эта поддержка носит отнюдь не только декларативный характер. Владимир Путин намерен выдвигаться в качестве самовыдвиженца. Значит, ему необходимо собрать и предоставить в Центр избирком не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. «Единая Россия» пообещала помочь в сборе. Это весьма серьезное подспорье. Партия обладает самой разветвленной сетью региональных и местных отделений, а также проверенным и закаленным кадровым резервом. Нет сомнений, что работа по сбору подписей за морального лидера партии будет организована на высшем уровне. Главное – это мобилизация членов партии, информирование жителей Чувашии и России об итогах работы. От этого напрямую зависят результаты выборов в марте 2018 года, считают делегаты от Чувашии. Наша задача сейчас приехать на места, посмотреть, прежде всего, с точки зрения проведенного партии, что нам на региональном уровне прежде всего надо делать. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика.